Всем доброго времени суток, с вами канал Art Money, и сегодня у нас видеообзор на вот такую вот большую шоколадку из фикс прайса за 99 рублей. Называется Победа, Победа вкуса, пористый, шоколад с коньяком. Вот у нас вот даже коньяк нарисован такой красивый. Вот масса здесь 180 грамм, то есть 99 рублей за 180 грамм, но это как две шоколадки, то есть это довольно дешево. Если одна шоколадка где-то 90 грамм, 80, ну 85-90 грамм там стоит в районе 60 рублей, то конечно это получается гораздо дешевле. Вот с ним, мне кажется, можно с этой шоколадкой сделать прекрасные фотоснимки, допустим, как вы ее едите там, идя по улице. Так, также здесь состав довольно большой. Фотографию я постараюсь сделать с составом, в конце ролика она будет, потому что здесь сейчас не увидите, и читать я тоже не хочу. Так, ну, здесь написано все на разных языках. Сейчас попробую найти килокалории, сколько у нас. Так, 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 масса не то. А вот 500 килокалорий. Это в 100 граммах, на 180, ну где-то 1000, чуть меньше, 1000 килокалорий, да, в принципе, можно сесть на шоколадную диету, да, с учетом того, если вы будете в сутки есть одну такую шоколадку съедать, то есть у вас получится 1000 килокалорий, если там, допустим, вес 50 килограмм, где-то полторы, то есть 1500 килокалорий, то вы можете, в принципе, похудеть, едя просто шоколадку, разделить ее там на несколько частей, чтобы вам хватило на целый день. Можете, кстати, попробовать, может кто-нибудь попробует, или напишите в комментариях, сидел ли он на шоколадной диете, такой вот, не знаю, нужно будет попробовать обязательно. Шоколад с доставкой. Даже интернет-магазин у них есть. Интересно, нужно будет зайти 24 на 7. 24 часа, 7 дней в неделю. Так. Открываем. Ой. Что мы тут видим? А видим мы тут какой-то прямо кошмар какой-то мы тут видим. Блин. Не знаю, как должен выглядеть пористый. Но мне кажется, явно не так. Так, давайте вот эту вот возьмем поменьше. Хотя ладно, давайте обе возьмем. На тарелочку положим. Так. Ну, как он выглядит? Я вижу сквозь шоколад. Видно, может быть, это пузырики, я не знаю. Скорее всего, это какие-то пузырики, они видны сквозь шоколад. Прям точечки, 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 точечки. По-моему, обыкновенный магазинный шоколад пористый, по-моему, не так выглядит. Не знаю, напишите в комментариях, может, я не покупаю такой, может, я что-то забыла действительно. Но он выглядит, конечно, устрашающе. Особенно вот с этой стороны, с кучей пузыриков. Даже вот тут видны его точечки. Как его делают, интересно. Как будто через эти дыры прям впускают воздух. Так, тут у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 таких штучек. Ну, можно как-то там разделить просто и все. Давайте его попробуем. Откроем. Так, ну вот он. Здесь прям такие ямочки, ямочки. Ломается он неровно немножко. Давайте я буду пробовать. На вкус немножечко как будто молочный шоколад. Ну, его удобно, да, довольно удобно его жевать. То, что он пористый, допустим, довольно широкий. То есть удобно его разжевывать. Он не жесткий довольно, ну не мягкий такой, нормальный, поскольку там пузырики. Сладкий такой, такой нежный.
Вот. Ну, шоколад, конечно, не 70% и не 99%. Не знаю, там сколько, там не было, по-моему, даже написано. 45. 45% какао и масло. Какао-масло 20% и сухой какао 45%. Не знаю, на других как написано. Как-то по-другому, что ли. Вот. Ну, в принципе, здесь, наверное, да, такой, может быть, молочный шоколад немножко, пористый. Ну, довольно вкусный, кстати. Довольно вкусный такой. Жуется вот хорошо, мне понравилось. Ну, пористые они, в принципе, всегда хорошо жуются. Быстро съедается. И немножко он приторный. Немножечко совсем. Но такой прям вкус шоколада, прям мне понравился. Ну, вот единственный вид, конечно, вид он некрасивый. Здесь он выглядит ну да, совершенно по-другому. Как-то он, конечно, тут поаккуратнее гораздо выглядит, чем здесь. Здесь он чисто прям шоколад такой, а здесь он в какую-то точечку. Все равно как-то странно эта точечка, потому что я покупала пористый пару месяцев назад, ну, я бы заметила, такого точно не было, наверное. Напишите в комментариях у другого пористого шоколада. Точно так же, такие же точечки, пузырики видны. Ну, знаете, по крайней мере, то, что, да, находится вот здесь, вот много так дырочек, и хотя бы нету здесь. Хотя бы сверху, ну, хотя нет, вот тут есть маленькая. Ну, может быть, совсем маленькие дырочки, их хотя бы нет, уже радует, уже хорошо. Ну, с этой стороны, конечно, кошмар. Лучше бы они его как-то переворачивали вот так вот, чтобы человек вот этого кошмара не видел. А то вот так даришь шоколадку, человек открывает, а тут просто ужас. Ощущение, как будто там в шоколаде кто-то поселился и выкопал норку. Хотя, наверное, для сладкоежек хорошо бы жить в шоколаде. Тоже вот она, дырочка. Ну, естественно, он также пачкает руки, когда его долго держишь, но это практически весь шоколад. Вот он. Почти весь. Ну, не все, кстати, шоколадки пачкают. Вот. Напишите свои комментарии. Понравился вам такой шоколад, не понравился. Чем не понравился? Напишите плюсы и минусы. Пишите, пожалуйста, свои комментарии именно в Ютубе под этим роликом, потому что вы пишете часто комментарии там же в Фикспрессе в группе. Вот, там не все видят. Или можете, если сможете, напишите и там, и там, то есть и на Ютубе свой отзыв. И если уж так хотите, можете написать и в группе ВКонтакте, в группе Фикспрайса. Но лучше всего там, на Ютубе. Потому что на Ютубе больше смотрят, туда заглядывают, если ищут такой шоколад. Ну, подарить точно нет, я бы не подарила. А знаете теперь, какой он там внутри, конечно, если бы мне такую шоколадку подарили, мне было бы неприятно увидеть хотя бы, ну, даже вот не то, что вот сверху тут находится, а именно вот этим зрелищем я была бы ошарашена, честно. Это не очень вкусно выглядит, некрасиво это выглядит. Ну, не знаю, напишите свои отзывы. Может быть, вам сразу кушать захотелось. Может, вам приятно? Как вообще? По поводу коньяка. Шоколад у нас с вами с коньяком. Коньяк там забыли положить. Его там вообще, в принципе, не чувствуется никакого коньяка. Просто чисто шоколад. Это уже, видимо, просто название, чтобы люди брали побольше. Если бы напишут там чисто шоколад, ну, как бы, наверное, не так будет брать, а вот именно с коньяком, то и ради чего, в принципе, я и взяла, то тут просто шоколад. Вот, и всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Money. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Также смотрите наши другие ролики. Также там есть много видеообзоров на другой шоколад, на разные шоколадки. И из Фикс Прайса, и из обычных магазинов.
совершенно разные. И еще будет очень-очень много, помимо шоколадок, там и печенье, и пряники у меня, и там все, что угодно. И также пишите в комментариях, на что бы вы хотели увидеть видеообзор, на какие конкретно продукты. Все ваши комментарии я читаю. Огромное спасибо, что вы их пишете. Почти под каждым роликом мне это очень-очень приятно. По возможности я стараюсь также вам отвечать. Вот, и всем пока-пока.